всех свет вырубила. В это время я как раз готовила ужин. Точнее, разогревала в микроволновке буррито, которое нашла за диваном. Да, я знаю, это было зря. Ведь микроволны убивают все полезное. Но, с другой стороны, тараканов они тоже убивают. Нет худа без добра. Так, стойте, о чем это я? Точно, блэкаут. Похоже, замкнул электростанцию Санта. От такого импульса Ари посыпались с неба. Полиция сообщила, что нанесен ущерб 120 миллионов евро-долларов. Но страшнее то, что я вчера ужинала ледяным буррито. 120 гребаных миллионов, Эдди? Охуеть! Все ради того, чтобы поймать одного чувака. У тебя железные яйца, Ви. Не приближайся!
Как думаешь, будет дождь? Я в ванной. О, боже. Вот как эта тёлка выразила благодарность за то, что ты вытащил ее из задницы. Я ушла буквально на час. Ты проверяла пульс? Её больше нет. Как это случилось? Я не знаю. Говорю же, когда я уходила, Эва лежала в кровати, как обычно. А когда я вернулась... Бля. Я же не знала. Я... Не вини себя. Твоей вины тут нет. Я должна была почувствовать, что что-то не так. Но не могла же ты сидеть с ней с утра до ночи безвылазно. Ясно же, что она уже решилась на это. Все равно нашла бы способ. С ней надо что-то делать. Да, мне проблемы не нужны. Позвоню копам. Перенесешь ее на кровать? Ну да, это, конечно, многое изменит. Мне кажется, лучше ее оставить, пока не приедет полиция. Для них это просто еще одна мертвая шлюха. Им похер. Просто не хочу, чтобы она так жалко выглядела. Несчастного случая. Нортсайд, Джексон-стрит. Нет. Опасности нет. Это самоубийство. Как завтра? Нет. Сегодня. Она умерла, вы не понимаете? Нет. Травма-тим не констатировала ее смерть. Если бы у нее была страховка, я бы вам не звонила. Если вы не поднимете свою задницу, я приду и разнесу ваш сраный участок к чертовой матери. Не хотите приехать, чтобы меня арестовать, а? Окей, мне похуй, что вы там про меня напишете. Скоро приеду. Предложили подержать ее во льду до завтра. Представляешь уровень наглости? Ну, я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Ты потеряла близкого человека. А они получают по сотне таких вызовов каждый день. Ты сейчас что, их оправдываешь? Нет, не оправдываю. Надо хоть одеть ее, а то она выглядит не как человек, а как тело. Подожди снаружи, ладно? Ви, закрой дверь, пожалуйста. Есть сигарет? Разве ты куришь? Давно уже бросила. Просто мне сейчас нужно что-то, кроме воздуха. Дай закурить, Ви.
Ладно, бери. Это был ее портсигар. Хочешь, могу отдать. Нет. Раз он тебе нравится, оставь. Я даже рада, что он оказался у тебя. Черт, Эва. Это я виноват. Я думала, если оставить ее в покое и дать время, она встанет на ноги. Держись, Джуди. Не рви ты себе душу. Слушай, Ви, давай посидим минутку в тишине, окей? Я больше ни о чем не могу думать. Только об этом. Технически с ней все было нормально. Кукольный чип работал. Значит, была какая-то еще психологическая травма. Я еще покопалась в ее виртах и нашла Дубмана. Он держал ее у себя. Насиловал. Делал с ней такое, что... А когда ему надоело, он ее продал. Что Дубман с ней делал? Ты видела? Да. И теперь хотела бы развидеть обратно. Погоди, ты нашла еще записи? Я стала пересматривать поврежденные. Там, конечно, много помех. Трудно что-то разобрать. Но я все равно в этом рылась. В какой-то момент я нашла что-то вроде эха от нашей ссоры, когда мы виделись в последний раз. Но она тогда не записывала. Тогда почему это сохранилось как вирт? Не имею ни малейшего понятия. Может, она через какое-то время переживала это воспоминание заново? Может, имплант включался, когда ее... Ну, вроде как, знаешь, форма защиты — думать о прошлом вместо настоящего, чтобы не так больно. То есть он не просто хитрожопая мразь, а еще и моральный урод. Выглядел нормальным. Он хорошо маскируется. Я ведь его знала. А тоже не думала, что он настолько отмороженный. И с этим пора что-то делать. Например? Пока не знаю. Позвоню Сьюзи. Спасибо, Вей. Прости, мне надо немного побыть одной. Я тебе позвоню. Тебе точно ничего не нужно? Нет, но спасибо, что спросил. Если что случится, я всегда на связи. Ограбить меня хочешь или что? Одного человека, в том числе собственных матери и сестры. Его казнь можно будет посетить лично или посмотреть в прямой трансляции по ссылке...
которую вы видите, внизу на своих экранах. Организатор мероприятия компании Criminal Corrections обещает провести интригное шоу и разыграть среди зрителей ценные призы. Внимание жителей района Чартер-Хилл! Исследования, проведенные по заказу Whole Foods, показали критический процент содержания свинца и кадмия в вашей водопроводной воде. Коммунальные службы Найт-Сити предполагают, что источник загрязнения – ветхие водопроводные трубы, но их замену пока не планируют. Потребление бутилированной минеральной воды позволит избежать заболеваний. И помните, все самое дешевое – Whole Foods. Представители моста сообщают, что поезда на линии М2 будут ходить с большими интервалами. Станция Аройо была эвакуирована после того, как системы предупреждения обнаружили в одном из туннелей многочисленную колонию крыс. На место были немедленно вызваны дератизаторы. Транспортное бюро Найт-Сити информирует, что станция Аройо будет закрыта на неопределенный срок. И это все местные новости на сегодня. До свидания и хорошего дня! Для тебя убийственное задание. В прямом смысле. Заказчица пока в мире живых, но покинет его очень скоро, если ты ее не спасешь. Багбер заперта в сеть. Если она оттуда выйдет, тигриные когти тут же разорвут ее на клочки. Если она там останется, у нее рано или поздно сгорят синапсы. Вся надежда на тебя, Ви. Все подробности я указала в письме. Thank you.
Фонаривай! Я вам могу.
Отличная работа, дорогуша. Как говорится, остаемся на связи. Заказ закрыт.
Ви, надо спасти Лорен Костиган, жену моего клиента Брэдли Костигана. Ее похитили тигриные когти. Хочешь знать больше? Посмотри описание.
Thank you.
ничего. Найдите. С вами Ари Пейбол, и это новости на WNS. Наш сегодняшний выпуск мы начнем с хорошего. В следующем году в Найт-Сити намечается масштабный фестиваль японской культуры. В программе... Что вам нужно? Я пришел тебя вытащить. А, что? Меня нанял твой муж. Я о тебе позабочусь. Идиот! Кретин! Никчемный кусок дерьма! На это времени нет. Пошли! Иди за мной. UNS.